очень заводная. Знаю я тебя, Ромка Деднер, ты настоящий рэпер. Знаю тебя уже я лет 100, и мы с тобой встретимся скоро. А может быть и не скоро, но потому что я стану дружить с тобой и твоим другом, Ромка Дейбнер. А мы все будем играть в игрушки и смотреть порнушку. Будет лет нам 70, а мы такие жаркие с тобой, друзья. Ромка, Андрюшка, я вас просто люблюшку. Да, мы жаркие друзья, и нам с тобой не дать, не взять. Мы будем с тобой гулять и рисовать. Комикс про философа Ромикс, про философа Ромикс, про философа Ромикс. Но потом придет тот день, когда нам вынуждены отправиться на Луну. Я там усну с тобой на руках, Ромка Деннер, ведь ты почуял страх. Ты почуял страх, ты почуял страх. Ты отказался от Макдака и KFC. Ты отказался от Кока-Колы, и больше ты не в нашей тиме. Ромка Деннер, тебе капец, ты просто не выживешь в России, знай это, да. А Игорь Гром такой классный друган, и герой он тоже хороший. Но знаю я еще, когда-нибудь ты насрешь стакан, и ты получишь от меня по роже. Потому что Игорь Гром, он пиндоский тоже герой. Он как американский шпион. И потому что получит он по роже с ногой, и будет он проклятый Сережей. Thank you.